Торговый центр сегодня горел в поселке Чунском. Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило около 7 утра. Площадь составила больше 1000 квадратов. Огонь перешел на соседнее здание торгового центра. Оба строения выгорели полностью. Пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших нет. Причины возгорания установят дознаватели. Дело на контроль взяли сотрудники прокуратуры. По словам местных жителей, это самое крупное возгорание за всю историю округа. Пожару присвоен второй ранг. Задействовано выходит 9 пожарных машин, из них 2 автолестницы, 2 приспособленных машины и 5 АЦ. Также в помощь присланы дополнительные силы. Это пожарный поезд станции Чуна. На данном пожаре работает 32 человека личного состава.